Голубенький, розовенький. Ты видишь, что оно фиолетовит, да? Это небо. Полностью избавишься. Количество краски такое, чтобы мастихинам было что придавить. Ладно? Давай-ка. Возьмешь разбелы. И этими разбелами, смотрим, значит, выше середины внятно. Вот этот гребень. За ним ступенька вниз. Здесь у нас освещенное место. Тоже смотри, какой разбел мощный. Посадишь этот разбел вот такими полосами. То есть обозначим основной рисунок. Поскольку там есть вот этот проникший свет, то можно его сразу швырнув, получить наглядность рисунка. Посадишь. Потом возьмешь большой мастихин, возьмешь бирюзовенькие с желтиночками и штриховательно по высоте наметишь его цвет, да, этой волны, ее цвет. И бирюза потемнее придет. И вот это направление наметишь. Небочко можешь притуманить вот таким действием сразу, чтобы оно не было рыхлым, а было дымчатым. Хорошо? Давайте. Так, свет-тень для тебя пока не стала никаким аргументом. Но вытворяла свет здесь только вот этот островок. А вот это все тень. Это тень. Вот не надо было брать передний, увеличивать. Потому что это тень. Здесь синька. Здесь живет синька. Это солнечный день, белый в тени. И он синий. Вот такой. Вот такой он. А свет здесь только вот этот остров. Ведь тем, что ты здесь тоже делила, нашвыряла, ты лишила возможности этот остров, этому острову светиться. Вот эта плоскость, она вся в тени. Вся. Она сама себе стала преградой для света. Это все в тени. Очень плохой симптом. Ты до сих пор не различаешь свет тень. Вертикали не различаешь. Посмотри, какие вертикали. Ты посмотри, все. Вот тебе это. Пенная буча. Ты понимаешь? Так. Ну ладно, ты хоть поняла юмор? Что свет-тень это принципиально. Вот это вот тень. Вот такая. Синяя. А здесь оранжевит. Оранжевит свет. Ты смотри, вот только другая задача, все полностью растерялось. Уже с тобой мы столько играли в эти свет-тень в другом контексте. И тут сразу раз. И будто и не знал никогда про это. Ну разницу тональную ты видишь или нет? Только здесь оранжеватый свет.
Просто смирись с этим. Значит, темноты поднабрать. Смуглость добирать голубым. Плюс желтый. Добирать голубым. Добирать. Хорошо? Горочку, конечно, очень, наверное, красно. Пусть она тоже с синьками какими-то там. Чуть-чуть с синечками. А то очень она красная. Воздух, пространство дает всем предметам сзади синеватый, сизоватый оттенок. Поэтому так откровенно без этой мглы синего задник не хочет быть. Вот этих ребят понакидайте. Вот светло слишком положил. Понимаешь? Сразу избавиться от него. Значит, здесь будем этими светлыми облаками играть. Здесь смогло. Хорошо? Давай. И там тоже покажи, чтобы это была не просто наклон, что это ровная плоскость. Просто мы видим фронт движения сюда. Так, ладно, раз ты с мастихином еще так не дружна, и формат огромный, немножко подыграешь и кистью. То есть вот эту деликатную дорожку, ну не дорожку, а площадку, в том числе и вот так. Так. Ага, показала. Но пропала. Вот помнишь, я сначала отрезал белым, и сразу стало ясно, что там свет. А у тебя белый где угодно продолжает присутствовать. Здесь все теневое. Уже ж один раз белый я скинул. Так он где уделался с белым синим? Да где ж там синий? Это белый. Синий это вот этот. Я как прибавил. Давай смотреть. Он темный. Он ни капли не спорит с этим. Ни капли не спорит с этим. У тебя спорит. Он вообще не спорит. Вот с этим. Вот с этим местом. И вот с этим. Просто вообще. Это настолько принципиально. Только на макушечках чуть-чуть. На макушечках чуть-чуть. Ступеньки этого света. А это все теневое. Абсолютно теневое. Все теневые, вернее, все белые здесь синие. Ну что, это нормально? Тень в солнечный день похожа на небо. Почему она синяя? Потому что она похожа на небо. Она от неба взяла синий цвет. Это рефлекс неба на теневую часть Земли. Видишь и не веришь? Не доверяешь? Я не то, что не доверяю, я не вижу. Вот для меня. Не надо брать передний план. Ну что ты там не увидишь?
Тебе нужно сейчас увидеть разницу света и тени, которую я вот сейчас навязываю шаг за шагом. Убрал все твои беляки, навязываю тенистые. Вот здесь тенистое, тенистое, снизу, под белым, отсветляет. Это уже не комплименты. Вот эту часть. Если наша цена, то другоящего цвета. То есть она темнее, чем этот огурец. Тонкость слоя воды. Может быть, желтый подобрать другой, какой-то у тебя не очень светлый. Видишь, да? С бирюзовеньким и с разбеликом. Я чтоб перемолоть наконец. Теперь лишнюю краску съедаю. Видишь эту разницу, да? Mm-hmm. То есть вот это теневое место, вот это световое. Идея торчачести. Выражаем ее. Вот там свет. Вот здесь свет. Давай в таком ключе. Почему чистый белый? А нельзя рыжевенький? Там розовый. Ну, уже очень он никакущий. Чтобы вот это прозвучало, во-первых, не нужно резать. Во-вторых, краски нужно значительно меньше. Например, смотри и сравни то количество, которое ты наложила, с тем количеством, которое нужно. Смотри, его нет. Теневые вообще не любят густую краску. Вот то, что произошло здесь, прилично здесь. Потому что теневые не любят просто какой-то. Ну-ка при мне вот это. Ну, нормально. Значит, проблема была только в том, что ты перебрала густоты. То есть само движение ты делала нормально. Ну и, конечно же, на макушечках яркенькие световые звуки. Смотри. Да, я пожалуйста. Мы стихинчичком пользуемся. Вот на макушечках светит. Причем ну, сам характер укладки уже создает идейку именно водяной среды. Брызгательный. Опять же, еще один зигзагик. И в одну, и в другую сторону. На бок немножко, да, ставить. Сейчас, смотри. Чуть-чуть приподнимаю. Какой? Ну сейчас, если я в эту сторону иду, я гоню краску перед собой. Да? То есть вот на эту, если вот, в эту налево. Сторону, то в ту сторону гоню. Нет, ты говоришь. Когда в ту сторону, на какой бок? Вот так. На туда. Положено. Вот так. Угу. Туда. Опять съелось вот этот свет, без которого ну никак.
То есть, ну, должна быть внятная отделенность света от тени. Вот здесь у нас живет светлость. То есть, здесь на подъеме стало в тени, там продолжает быть освещение. Чуть менее агрессивно светло, потому что вдали следующая партия. Их. Вот смотри, вот там, например, целая грядка маленькой волны. Не только они все гиганты. Где у тебя тут есть? Еще. Кладу. Сверху все прикрыто тенистого цвета шапочкой. Почему здесь мы позволяем себе густоту краски? Потому что нам нужен уже сложный силуэт. А для этого чуть-чуть нужно... О, смотри, какие сопли. Ну просто вот это делать не надо. То же самое, только вдавливательно. Малым количеством краски. И вот эти штуки посоздавать. Ну, в частности. L. Не L, а просто L. L. Вот это глянцевое состояние. Да. Ну, у вас нет там заметки, откройте. Ну. И его уже сверху чуть-чуть. Да. Дырочки. То есть я ждал, когда что-нибудь красивое. Здесь красивое сложилось, здесь сложилось. Можем дальше. Логично, да? Лежачая плоскость обозначена. Вот я ее нарочито обозначил, что это лежачая плоскость. Вот та уже поднялась, а это лежачая. С этой стороны, как бы, вот эти темные пятна нуждаются вот в чем, смотрите. Они нуждаются. Так красиво, короче, там вертикали отражения плоскости. Я саму идею сейчас демонстрирую. Там она продолжается. Вертикальность отраженности в стекле, в плоскости воды. И сверху на эту отраженность приходит заслоненность пены. Появляются естественные, а не надуманные тычки, естественные остатки. Ты понимаешь? Красиво. Значит, у тебя здесь подобная история. Сначала наштриховать, наштриховать.
потом заслонить. И все. И красота. То есть можно сразу вместе с этим сделать. Темное. Ладно? Грязь. Здесь коричневый. И коричневый, да. И розовый. Так, чтобы это было побыстрее. Глянец. А здесь отражение. Понятно, почему здесь отражение? И перемолото одно другим. Перекрыто, вернее. Наращиваем. Сами образуются, как миленькие. И соединяются целые нет. Сюда они поднимаются, здесь они уже лежат. Закрыть уже нарочито лежачим ковриком. Терпименько здесь, даже хорошо. Не хватает темных подтененностей. Есть там такое? Ну-ка, гляди. Есть. Я пыталась сделать, а потом сверху, когда еще эти, и... Вот, просто оттененности не хватало, и поэтому не совсем довыражено. Так. Вот на примере этой волны... Смотри, вот здесь видно, что... Поэтому чуть-чуть между валиком. Предъявить эту щель. На плоскости есть бугорочечки этой поднятости волны. То есть здесь мы выражаем горизонталь плоскости, здесь выражаем вертикаль. Первый подрез. Конечно, вот эти вот вещи надо немножко дома тренировать. Ну, просто вот тренировать разные способы укладки мастихины. Что когда час грянет, чтобы бесстрашно подошла. Это очень тренируемая задача. Подошла и накидала вот этих свитиков, вот этих пеночек. Несколько раз специально приду к вам на море. Так.
терпимое небо, единственное, не хватает цельности этому розовому пятну. Вот у него эта цельность есть, у тебя этой цельности нет. То есть он буквально делает дырку в небе, вот эту розовую. А у тебя она все-таки не дырка, а сильно раздробленная рябость. Она у него аж сюда пошла. То есть крупное такое проявление. Чуть-чуть заслоняют его облака отсюда. Чуть заслоняют облака отсюда. Смотри, разными инструментами заслоняют. Тут беспокойное небо, да? Там более уравновешенное. И плюс практически свет на облаках. Практически солнце бьет на них в полную силу. Так же, как и на пену. Согласны, да? И вот появилась цельность. Не странный кусок, а появилась большая дырка в небе, в которой освещено облако, да? А так это было рябое-рябое. Просто так рябое. Ну, как бы чуть-чуть что-то подразумевало, но очень аморфное никакое. А еще в такую погоду очень часто вот там вдоль линии горизонта тоже есть закатное содержание. Встречала такое? И очень часто, да? Именно вот такое. Это тоненькая полосочка вдоль закатик, вдоль линии горизонта. Ты понимаешь? Так, ну что, теперь осталось только по сухому попробовать, как работать с морем вторым сеансом. Как раз формат позволяет пощупать и второй сеанс. Вот здесь вот надо, да? Да, доделать, да, да. Очень у нас удачное пятно. Может быть, не хватает витиеватости вот этой вот полосочки. Сейчас. Чтобы она была какая-то витиеватая. А так техника. Я согласен? Леня, я прав? Что это очень удачно. Вот. Вот постарайся повторить эту удачу. И можешь чуть-чуть еще насветлить вот здесь. Есть там такое, да? Остроту, может, немножечко собьем. Вот это темное я пыталась показать, я сломила. Не показала совсем. Смотри, там идея падающей воды. Если здесь она поднимающаяся, то здесь она падающая. Ее надо показать там. Вот такой вот колесико воды. Есть там такое? Да. Но там, правда, из двух частей, одна задняя часть, которая просто нависает
здесь, а другая передняя, которая вот так перекатывается. Почему же сложно? Это просто первый раз столкнулась с этой задачей. Море для тех, кто его чувствует, потому что есть люди, которые не чувствуют море. Они прекрасно чувствуют там лес, горы, портрет, еще что-нибудь, но не чувствуют море. Но если человек такой принципиальной нечувствительности не имеет, то там рисовать нечего. Вот. И, конечно же, светик на пеночке. Вот здесь. И вот здесь. Причем этажики пены, смотри, заслоняют одна другую. Правда? Да. И вот здесь вот тоже вот кусочек. И здесь кусочек, да. Правильно рассчитаешь. Вот. Стало занять лишь чуть-чуть видеть. Светлый. Это потому что вы вот все исправили, поэтому видно стало. Смотри, этажики заслонений. Это заслонило ту, ту заслонило эту. Вот эти вот этажи заслонений создают эффект пространства и прочее. Вот. Спасибо. Ага.